Привет, друзья! С вами Константин Горбунов, и в этом видео я хочу пригласить вас на свой живой семинар, темой которого будут ниши, в которых проще всего заработать 1 000 000 рублей. Ну, многие люди задаются вопросом, во-первых, как искать такие ниши, и не сильно ли они вообще заняты и так далее. Давайте сейчас порассуждаем об этом. Ну, во-первых, такие ниши довольно легко найти и определить. Делается это очень просто. Вам нужна математика. Некоторые показатели, такие как период сделки, то есть время, через которое вы получите, например, все свои деньги, либо период, на какой момент вы получаете клиента, и он оставляет вам предоплату. Какая будет предоплата? Ну, и какой будет средний чек? Сколько денег вообще вы получите с клиента? Стоимость привлечения такого клиента? Емкость рынка, сколько можно таких клиентов привлечь, конкуренция. Есть еще некоторые показатели, которые важны. Естественно, точка безубыточности, сколько денег вы вложите прямо сейчас и через сколько вы эти деньги вернете и так далее. Посчитав такие показатели, можно легко выявлять такие ниши. Что мы с вами и научимся делать. И, естественно, мы все это будем показывать на огромном количестве таких ниш. Также люди задаются другим вопросом, а как попасть в такие ниши? Ведь там уже есть либо очень серьезная конкуренция, либо там просто так не попадешь, то есть вас могут обмануть, надуть, не знаю, или еще что-то, или нужно просто много денег, или знаний, или опыта в этой нише. Да, естественно, это никто не отменял, что если вы попадаете куда-то без опыта, без денег или еще чего-то, вам сложнее. Но это не значит, что это невозможно. И мы пройдемся определенным планчиком, как можно избежать самых больших кровопотерь и как можно взять и запустить любую нишу на миллион с вероятностью, ну, как минимум 30%. Почему 30%? Почему такой низкий результат, скажешь ты, мой дорогой зритель? Но ведь это правда. Где-то каждый 4-5 бизнес в России является успешным. Я же говорю, что это каждый 3-й бизнес, если вы будете следовать тем инструкциям, которые я дам на своем живом семинаре. Поэтому, друзья, если вы из Москвы или ближайшего Подмосковья, или вы хотите просто приехать пообщаться, приезжайте, я буду ждать вас на своем живом семинаре. Естественно, на этой странице зарегистрируйтесь, пожалуйста, на этот семинар. Вся информация также здесь. Буду вас ждать.